ju i samband med bråken. Да, бардак, конечно, здесь приличный. Эдуард, мы приглашаем вас поучаствовать в работе с атомной подводной лодки, на которую есть лицензия до конца августа, которую ввиду того, что некогда стыдать Черному морю, мы пригнали пионерские пруды. Вот на что мы смотрим? Это все подарки разных известных фирм? Не подарки, а кровью заработанные квиты. Ага. А какие, кстати, крови? Чьи? Твои. Спасибо большое, рад был встречи и думаю, что еще услышимся. 73. I'm sorry. Я рад приветствовать Нэнси Тенгасу X-Ray. Уж не знаю, рад ли он приветствовать меня. Рад. Всем ребятам в Нью-Йорке большой привет. И думаю, что мы еще неоднократно выпьем хорошей водки в связи с этим. А на чем ты работаешь? Позволю себе сообщить, что работаю на какой-то жиле 990. Эдвард, what do you think about this? I think it's beautiful. Он сразу засадит в бок. Этот сразу в бочину вырежет. Если не перевесить целиком, конечно. Ровно сзади стал. Вот я сейчас, он видишь, посредине. Вы меня сейчас не замели, ребят. Так вы меня не замели.
Снимаю. Рома, ну что, по прямой проедем, да? Смотри, если поворот направо, то направо. Я сомневаюсь. Вот сейчас мы посмотрим, кто там с флагом махает. Где? А вот там на площади, вот не видно, вот за автобусом впереди. Ага. Российским, по-моему, флагом. Все встали. Thank you.
Я думаю, что что-то возможно и у парламента России. Она чрезвычайно важна защитить парламент России. Надо. Нет. Тут дело идет не только о работе, дело о будущей жизни. Либо опять мы будем рады. Даже если есть, даже если есть, даже если есть. Конечно, у нас это Горбачева можно опыта не смещать в 20, да, потому что он никем не есть. А Ельцина, никем, они сами сплотили. А я кого? Свердлов, нет. А Иная, его кто выбирал? Да Иная вообще, из спиной, по-моему, вылез. И вот он перешел в Барахтин-Базар, а он... По самой грустной, то, что я вот эти 28 марта в районе хотели. Абсолютно еще уже отдавший бы демократ. По-моему, подмышку предлагаю, схватил еще и собрал к нам. Выглядит он направо, это в грешках. Кому говорит, это самый черемок, или как его ручный противогаз на кто-то пробивает. Без разницы. Тук горит. Я из Ялты, а вот парень из Нью-Йорка, это из Херсона. Его пошли. Да. Ладно, мужики, не пуха вам. Давай. Вот все, давай. Витя, назад. Назад. Давай, держись за меня, потому что я... Что-то началось там. Направо.
Съезда народных депутатов СССР, все органы исполнительной власти Союза СССР, включая КГБ СССР, МВД СССР, Министерство обороны СССР, действующие на территории РСФСР, переходят в непосредственное подчинение избранного народом президента РСФСР. Второе. Комитету государственной безопасности РСФСР, Министерству внутренних дел РСФСР, Государственному комитету РСФСР по оборонным вопросам временно осуществлять функции соответствующих органов Союза СССР на территории РСФСР. Все территориальные и иные органы МВД, КГБ и Министерства обороны на территории РСФСР обязаны немедленно исполнять указы и распоряжения президента РСФСР, Совета министров РСФСР, приказы КГБ РСФСР, МВД РСФСР, Государственного комитета РСФСР по оборонным вопросам. Третье. Всем органам, должностным лицам, гражданам РСФСР принять незамедлительно меры к тому, чтобы исключить выполнение любых решений и распоряжений антиконституционного комитета по чрезвычайному положению. Должностные лица, выполняющие решения указанного комитета, отстраняются от исполнения своих обязанностей в соответствии с Конституцией РСФСР. Органам прокуратуры РСФСР немедленно принимать меры для привлечения указанных лиц к уголовной ответственности. Президент РСФСР Ельцин. Москва. People building barricades around the Russian Supreme Soviet or Council, whatever they call it, and also crowds of people on the streets. But for people listening on frequency, I think there's a broadcast at 7044, transmitting, it's an amateur radio station located at Boris Yeltsin's headquarters. They transmit in Russian and in English. We just heard it, and I think they will be broadcasting in English shortly. Anyway, Pete, so far so good. Stick around too long if you can, but maybe it might be a good time to entertain together some of the kind being until things settle down. I'll call Alex again, see if I can get him up on frequency. Yeah, Roger, Peter, QSL. Not much else. I am going to try to get on the air from UA1. Okay. Yeah, KB2KWN, KB2KWN, UA3A, stroke NT2X. Kilowatt Boris 2, Kilowatt Vasily Nikolai, UA3, дробь, NT2X, прием. Олег, ты на частоте? Киловатт Борис 2, киловатт Василий Николай. Я УА3, АДРО, ПНТ 2, знак, прием. KB2KWN, this is UA3A, stroke NT2X, прием. КБ2, КВН, КБ2, КВН. Я УА3, Анна, дробь, ПНТ 2, знак. УА3, Антон, дробь, ПНТ 2, знак, прием. Да, Алёша, принимаю. Отлично. Ты меня хорошо слышишь, Олег? Ага, хорошо. Алёша, значит, слушай внимательно. Я все еще в Москве. Я постараюсь уехать, может быть, сегодня, а в крайнем случае завтра. Сегодня или в крайнем случае завтра. Во всяком случае, обстановка достаточно спокойная, или, по крайней мере, то, что мы видим, все тихо сейчас. И, как я тебе сказал, конечно, хотя есть и танки на улицах, и бронетранспортеры, но по-прежнему все спокойно, никаких беспорядков, никакой стрельбы на приеме. Постараюсь быть дома, то есть постараюсь попасть в Ленинград как можно быстрее. То есть это зависит от того, как мы достанем билеты, от той помощи, которую ребята мне смогут оказать. Они со мной много возятся и пытаются, значит, тут... некоторые другие дела, которые немножко мешают сейчас. То есть несколько разных дел, и
Ввиду этого я по-прежнему здесь. Вот. Мы сегодня обязательно постараемся попасть на вокзал и взять билеты. Может быть, улететь самолетом в Ленинград. Вот такая петрушка. Пожалуйста, Алик, на привет. Один трансивер в один пакетик отдельный. Да. Только вот сюда нужно это, вот штучка. Смотри, вот. Здесь нет. Слышишь, я сейчас тут заделаю, что там сделаю. Давай скотч. Нет, тут нет. Давай скотч, будто у меня гибернет. Ну ладно, я в конце концов ключ принесу, у него там этот две книги. Здесь тут один. Куда везти? А там тонкий будет самый крутой. Где надо такой? А ну там здесь тонкий, Джек. Ты можешь будет копать, наверняка же. Будем, значит. Вот значит, когда сюда вот это надо класть, ребят. Очень даже не наверняка. Кого? Ты уже заклеиваешь? Да. Че, ты куда? Да, Геннадий. Да. Я говорю, я принесу. Ну что, ключ один будет? Неизвестно. Какой один? Ну, который я принесу. Почему? Есть, а я будет? Еще один дал. Какой? Ну, деревянный. Ну, он, который... Деревянный? Ну, он радио, ван радио, который. И деревянный. Новый деревянный. Значит, надо деревянным не понять, что давай, вот, не понять. Так кайк ему, слушай. Опять вверх ногами. Ну что ты? Вверх ногами танцевали. Попробовали. Генка, не лопни. Стой. Так, лапсток. Вынимаем, значит, пошли. Так. А, с этим идем туда, да? Да, да. Нет, да, лучше я его отнесу, а ты вынимай. Кого? Кубу? Трансивер. А, трансивер. Так, а трансивер без коробки? Обычно не надо вынимать трансивер, есть без коробки трансивер. Мы уже все сделали, вот стоят две без коробки. Что вы? Все уже убираем. Что выбираете? Ром, подержи, я тебе объясню. Это Трео, он же KB7 толпа виски. Давай. Человек известный своей правдивостью. Большой друг американских радиолюбителей. Это правда. Зачем им рубили? Это точно. Ну, я даже не знаю, что сказать. Что мы тут делаем? Водку не пьем, это я могу точно гарантировать. И японские усилители. Реанимируем, можно сказать. Получается? Ну а как же? В Греции все получается. Ладно, хватит, а то я не фотогенично. ИНТ-2Х, группа 3А, в городе Москве. I am in the city of Moscow right now under the emergency rule of some stupid people. Today is the 21st of August, and I'm going to be trying to leave very shortly. These are my friends. Hi. Gina and Igor, Harry, RA3AUU and UZ3AU, and we're all here trying to get ready for the expedition. Harry and friends, Gina, who is filming this, are going to Burma. Вот, и я уже по-русски скажу. Мне, конечно, очень здесь приятно быть, конечно, очень печально, что Москва сейчас в таком почти осадном положении. Но я надеюсь, что когда все утрясется, я смогу сюда снова приехать. Работать с этой станцией одно удовольствие. Ребята славно потрудились, переделали здесь вот усилитель, чтобы он работал на 10 метрах. Вся эта техника поедет на Бирму. Ну и я с удовольствием работаю с Европой и даже умудрился поговорить с домом посредством одного западно-германского радиолюбителя, который позвонил в Нью-Йорк. Ну, пожалуй, что и все. Мое пребывание в Советском Союзе быстро подходит к концу, но я с большим теплом, с большим удовольствием буду вспоминать время здесь проведенное, в компании очень хороших людей, вот, и, конечно, все это останется в моей памяти на долгие-долгие годы. Всего доброго. Thank you.
бояра не обидел. А? Сережа? Да. Скажи чай. Молчать я вас спрашиваю. Ну ладно, ладно. Такой молчальник. Анекдот есть такой. Жена мужу говорит, ты кретин. Говорит, и родители твои кретины, и дед с бабкой были кретины, и дети твои кретины. Говорит, если был бы конкурс кретинов, ты бы занял на нем второе место. А муж спрашивает, а почему второе? Потому что ты кретин. Земля Франца Иосифа, бывшая, правда, к сожалению, но... Думаешь? А сам ты сейчас кто? Сам Куба, один Клаватан. А бывший? Бывший 4К2 от Т. Большое спасибо. Ты хочешь сказать, что не видно глазу, не оскорбляет желудок? Не знаю. Как вы добились таких успехов, Эдуард? Вы знаете, что вы видели соцсоревнования? Да. Это, наверное, то, что колбасу любили. Ну, ФБР разберется. На месте. Это вы, наверное, соцсоревнования по этому, по еде. Сегодня это уже не чужой. Чужой. Например, военную разведку должен забрать под себя наш министр обороны. Ограничьтесь конкретными предложениями. Не речи. Итак, создание не реформы КГБ, а ликвидации КГБ. Хорошо. Третье. Наша союзная прокуратура в очередной раз себя прекрасно показала. С одной стороны. С другой стороны, прокурор Степанков, которого я очень уважаю, действует всегда в рамках закона, который ему не дает шевельнуться. Поручить прокурору Степанкову в течение 3 дней подготовить проект указа президента России, такого указа, который бы ему развязал руки и дал возможность в законных рамках быть активным прокурором. Спасибо за внимание. Предложение отвергать сходу мы не можем. Но, уважаемые депутаты, у нас вот только что создано Министерство обороны и КГБ. Может быть, мы эти предложения... Ну, чего? Along with your friend Yusuf, my name is Lars Pasar Yamalashov. Very nice. Can you say something else for us? Where do you come from, Sergei? Where do you live? I live near Krasnoyarsk. Uh-huh. It's a Slavovsk city. Why are you here? Why did you come to Moscow? Своему другу Эдварду. Ah, thank you very much. Спасибо. Hello, everybody. I am Roman from St. Joseph. Okay, to OT, my ex call. Now I am UA1 Ocean Tech here. And very glad to... We'll be glad to see you now. All bands, Mr. Anybody from the States. Where are you going now? I think X-ray Julie Anderson. Burma? How? Are you going to Burma? Yes, I do. Okay. Thank you.
А тут тоже люди люди? Иди место посмотреть, пойдем. Дима. Я хочу еще, я хочу там посмотреть. Прям так ломать надо и все. Тихо, 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 тихо. У кого нож? Ну я уже отдала его. Вот, 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 вот. Thank you.
так. Упасть можно, да, конечно, может, поэтому же говорится надо. Да нет, они же ее не качают. А? Мало ли. Да там может быть вот какой. Это же крысины. Там вот крысиные ходы везде. Там же катахонты. Она упадет, что они могут. Флаги бы повесили. Грузии, Литвы, где армяне, узбеки, где они.
тебе по-английски сказать? Да. Yeah, nice to see you guys. I'm Uniform Alpha 3 Alpha Bravo. Name is Andy. Probably you worked me on some bands. I was quite active on 10, 15, 20 last few years. What can I say about me? I'm quite active DXer, trying to reach my five band vocal zones and my DXCC honor roll. You know, it's not so simple, but thanks to my friends Romeo and all other guys here in Moscow who gave me three new countries already, and I expect who will give me some new countries more in future. So I am very eager to see all of you, my friends, in the United States, and probably I'll be able to do that next year, maybe in Dayton or somewhere. You're all welcome to Moscow to visit us, to see our life, our stations, and it would be very interesting to meet you personally and to get acquainted after a long time in the air. So thank you for all of us, 73, and see you later, of course. Thank you, Andy. Would you detach yourself from that computer? I know that you're doing QSL cards, but could you say a few words about yourself? I'm trying to find my call in the law. What am I? What log is that? This Yankee Alpha Zero Radio Radio. My Whiskey Bravo to DND. Okay, type it in. We want to see. You see? Uh-huh. A lot of dupes. Not dupes. It's only one. I see. But I asked about behavior. About bad behavior of other yes. stations? Yes, you're right. We're trying to find our calls, and we answer Yankee Alpha Zero Radio Radio QSL cars. What are those things behind you? These are Yankee Alpha Zero Radio Radio cars. It's an envelope from all stations of the world. And this is the Soviet Union only. Oh, I see. That's a lot. What happens to the cards? They were not received yet? Yankee Alpha Zero cards. We got only 1,000 cards, which printed in America. But those Japanese cards, we're still waiting for them. Mm-hmm. And I think it's play of Russian Post Service. Well, let's hope it's resolved. We expect them to reach us one day, someday. One day. Yeah. I'm Radio Alpha 3 Alpha Uniform Uniform. I'm going to join Romeo to visit X-Ray Zulu. Ooh. By the way. Okay. See you from X-Ray Yankee Zero Radio Radio. Thank you very much. We are going to leave Moscow today, tomorrow. Tomorrow afternoon. And I think shall be able to appear in the air very soon. Mm-hmm. Thank you very much. Good, Paso. Where are you going to? You can't show ready. Mr. Romeo, would you show us your face? Give me $10. Why? You need just my just to face? Say hello? You need my face? I need $10.